Всем привет, меня зовут Алексей Малёнах, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в Москве ночью шел снег, вот, и я решил днем сходить погулять, потому что я люблю заснеженную погоду. Добежал до парка Коломенского, и сейчас я хочу глянуть, как здесь обстоят дела. Ребята, все, кто любит снимать короткие видео формата TikTok, танцевальные видео, пранковые видео или просто трендовые видео, добро пожаловать в новую социальную сеть Clippers. Эта сеть была создана российскими программистами и сейчас набирает большие обороты. В этой социальной сети вы можете снимать не только короткие видео, но а также постить фоточки, ставить лайки и дизлайки, оставлять комменты, читать новости и даже узнать погоду в вашем любимом городе. Подписывайтесь, ссылочка будет в описании, я там тоже в этой социальной сети есть, снимаю тоже короткие видео, так что залетай скорее, получи синюю галочку и уникальное, успей получить уникальное имя. Все, ребята, погнали! Люблю я ходить по сугробам, вот здесь вот катаются на классных таких штуках. Да, снега выпало очень много. Можно будет даже на лыжах покататься. Вообще, я хотел встать пораньше сегодня, где-то в часов, хотя бы, не знаю, 8-9. Но встал в районе обеда, потому что всю ночь играл в GTA Vice City. Ребята, все, кто любит играть в GTA Vice City, пишите комменты, можем вместе порубиться на каком-нибудь рваке. Так, вот там я вижу, вдалеке мужик идет на лыжах прямо на меня. Сейчас я как-нибудь постараюсь его обойти. Я спустился вниз, наконец-то дошел до Москвы реки. Она еще пока не замерзла, здесь плавают даже уточки. Все завалено снегом, это хорошо. Здесь целое нашествие утиное. Какие-то бесконечные поля. Заснеженные бесконечные поля. Да, неплохо выпал снег. Всего-то за одну ночь. Вот еще одна гора, я иду к ней, вот она, это все в Коломенске находится. Дошел до вот этой горы, сейчас я на нее полезу. Поднимаюсь выше, как это визуально выглядит. Снега нормально, а там люди идут. Так, идем выше, выше. Ладно, покажу, что есть. Вон они идут. Блин, на улице холодно. Но хочется залезть на эту гору.
и увидеть этот парк прямо с высоты птичьего полета. Сейчас еще выше поднимусь. Ого, красотища. Москва-река. Вот она. И вот я вот так вот прошелся оттуда вдоль. И здесь. Снега, конечно, здесь вообще навалило за ночь. Практически залез. Еще немного осталось. Наконец-то. Вот, да. Блин. Ого. Тут снега по колено. Ладно. Я на ту высоту еще залезу. Еще прям немножко осталось. Залезть на самую точку. На самую высокую точку. Блин. Я наконец-то это сделал. Все, я залез. О, богу. Класс. Сейчас покажу. Так, вот самая высокая точка Калининска. Вон там какая-то плотина. Там храм. Вот здесь вот такие вот горы. Да, с неба здесь, конечно. Ну вот сюда дальше уже не есть смысла лезть. Звон колоколов где-то вдалеке. Все, я спускаюсь вниз. Вот она. Такой спуск. Там где-то вдалеке люди. Снежок валит. Спустился я с этой горы. Поднимаюсь еще на один склон. Людей практически нету. Снега здесь полно. Настоящая русская сказка. Русская зимняя сказка. Надо еще сюда медведей, зайцев. Все, что-то мне надоело лазить по этим склонам. Вышел на прохожую часть. А, снег. Иду дальше, гуляю по парку. Но погода отличная. Я люблю, когда снег, ветер, снега по колено. Классно, классно. Дошел еще до одного места. Здесь какой-то божественный вид. Просто очень красиво. На Москву-реку. Было бы очень классно скатиться отсюда, прямо на санках. Отсюда, с этого спуска. Я вон там гулял, прям прошелся отсюда. Ну и гора там находится. Пойду вниз туда, спущусь. Все,
все для людей. Ступеньки даже есть. Можно свободно спускаться. Поднимаюсь туда по лестнице выше. Хотел взять немного кофе, но вспомнил, что на морозе горячее нельзя пить, поэтому останусь без кофе. И снова колокольный звон. Он меня сегодня сопровождает. Вон там вот я вижу проход. Что, опять по снегу? Да, надо. Уху. Ну ладно, полезем. Идем дальше. Ну ладно, у меня билета нет. Так, здесь какая-то лестница есть, еще одна. Что-то здесь очень мало. Видимо, из-за того, что погода ненастная. Нашел место, где нужно купить билет. Но если честно, не хочу покупать. Я лучше погуляю. Хочу дойти еще до одного места. Там погулять. Погода на улице просто божественная. Снежок, легкая прохлада. И где-то колокола. Я не знаю, слышно, не слышно. Но вот где-то сзади там колокольный звон. На лошадке здесь можно покататься. Что-то я немного замерз. Еще до одних хором. Сейчас попробую в них зайти.
О, по этой лесенке можно подняться на балкон. Прямо это место. Ну, почти. Все, ребята, сегодняшний влог подошел к концу. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальцы вверх, лайки, комменты. И я пошел домой пить кофе, потому что я очень сильно замерз уже.